оно является портативным устройством для диагностики заболеваний зрительного анализатора. 各位同事、先生们，大家下午好。 今天很荣幸给大家介绍一种便携式视野测量仪。 Данный прибор является действующим прототипом многофункционального портативно-диагностического аппаратно-программного офтальмологического комплекса. 这种测量仪是多种系统的结合，能达到更有效、更便携的测量方式。 Который обеспечен научно-методическим и программным сопровождением. 该系统包含软件及硬件系统。 Я постараюсь покороче, чтобы быстрее по самым важным вопросам пройтись. Данный проект связан с созданием серийного, принципиально нового портативного прибора для диагностики заболеваний зрительного анализатора. 我们该项目主要是用于视野检查眼睛的疾病分析等。 В частности, сетчатки зрительного нерва методом периметрии, то есть исследованием полей зрения пациента. 视野检查不光对于眼科医生，对于其他专业的医生也有帮助。通过视野检查可以检查出一些其他疾病的先期征兆。 Периметрия является одним из наиболее информативных методов диагностики заболеваний органа зрения, то есть глаза. 视野检查是诊断器官疾病的最有用的方法之一。 Исследование поля зрения периметрии представляет интерес для офтальмологов и врачей многих других специальностей, то есть терапевтов, кардиологов, неврологов, нейрохирургов и так далее. 视野检查，比如说对内分泌及神经外科等专业都有帮助，可以协助做出诊断。 В свою очередь, зрительный анализатор чувствителен ко многим системным заболеваниям, такие как ишемические болезни сердца, артериальные гипертермии, болезни крови, сахарного диабета и многие другие. 通过视野检查可以检查出很多疾病的先期征兆，比如说冠心病、动脉高血压病，以及一些血液疾病等。 Классические периметры входят в обязательный перечень оборудования офтальмологических кабинетов. Практически всех медицинских учреждений, которые есть. На рынке офтальмологических периметров представлены стационарные крупногабаритные приборы, как указано сейчас. 目前现有的设备就如图上所示，是非常大型的设备，不便携。 Хотелось бы отметить заметный дисбаланс при быстром развитии информационных и технических технологий в медицинском приборостроении наблюдается инертность, то есть конструктивных изменений, вносимых в аппаратную часть офтальмологического диагностического прибора. Усовершенствование диагностической аппаратуры для исследования периферического зрения проводится в последние годы в направлении разработки портативного прибора. Прибора, который одновременно повысил бы диагностическую ценность метода периметрии. 同时该设置在原理上也比传统的设备要优一些，指标上更优越。 Однако на данный момент на рынке офтальмологических приборов таких устройств пока нет. К существенным недостаткам таких приборов крупных, имеющих в настоящее время, можно отнести высокую стоимость оборудования. 传统设备的主要缺点，第一点是设备价格过高。 Все стационарные установки больших размеров, требующие отдельного специального оборудованного помещения, хорошо обученного персонала. 同时，因为设备的大小问题。 需要单独的房间以及单独的人员培训。 Исследования выполняются только в положении пациента сидя, жестко фиксированной головой, что исключает использование этого метода обследования у лежачих или сильно ослабленных больных. 同时，该检查只能在人坐立状态时进行。对于
其他患者无法改变姿势。Существенная погрешность пластического заключения – сужение внутренних границ полей зрения из-за механической преграды в виде носа на брови и скуловой кости. 同时，由于鼻子、眉毛和颧骨的机械障碍，该机设备传统的设备是有一些原理上的缺陷。И как можно сделать, естественно, из всего перечисленного выше вывод, это невозможность проводить исследования в условиях неспециализированных кабинетов и данных. 有上述的缺点存在，我们觉得需要开发一种新的设备。Перечисленные выше методы, опять же, диагностики и недостатки имеющейся диагностической аппаратуры привели нас к созданию инновационной технологии применения в виде малогабаритного периметра. 我们现在所看到的是我们进行研究的原因机器，这是一种相比传统设备更小型、更便捷，同时原理上更优越的新型装置。Существенным достоинством предлагаемого устройства является его легкость, управление, возможность работы в разной программной среде, а также для индивидуальных пользователей в домашних условиях. Программа обследования пациента методом статической периметрии длится порядка 8 минут и предъявляет 144 стимула. Сфердиаметр позволяет получить границы полей зрения по всем меридианам до 85-90 градусов от точки фиксации взора. 该试验一个测试范围可以达到85-90度。Для проведения периметрии могут быть использованы самые различные блоки управления и регистрации результатов изменений. 测试结果可以用于不同疾病的诊断以及不同科室的研究。Хочется также отметить, что в ежедневной практике офтальмолога значение периметрии переоценить очень сложно. 目前是一个测试，主要用于青光眼测试，在于前期的发现及诊断。Глаукома, например, является одним из наиболее тяжелых заболеваний органов зрения. 青光眼是目前患病人数较多的一种眼科疾病。К развитию глаукомы имеется не только наследственная, скажем, предрасположенность, правильно, спасибо.